Друзья мои, всем привет! Нахожусь я на своем старом объекте, где я еще 3 года назад сделал ремонт. Как можно видеть, ремонт у нас до сих пор находится в идеальном состоянии. Весной я сделал обзор данного объекта, когда вот этого всего здесь не будет. Я вам покажу, что с ним произошло за 3 сезона использования. С ним ничего не произошло, я вам так скажу. Но это я сделаю обзор весной. Пока на данный момент я нахожусь здесь совсем по другому поводу. Я хочу здесь подготовить данный объект к зиме. То есть избавиться от воды, в точках разбора воды. Потому что зимой это все у нас может замерзнуть, так как это помещение не отапливается. И зимой оно функционировать будет только вот в этом месте. То есть зимой заказчики могут спокойно пользоваться мангалом, делать шашлыки, ну и тому подобные вкусности, но, естественно, без воды. Потому что в этих точках разбора воды не будет. Сейчас я вам покажу, как я это сделаю и как рекомендую вам тоже делать каждый раз, когда вы закрываете летний сезон. Вот как-то так, поэтому смотрим. В общем, вот у нас точка разбора воды. Это у нас раковина. Раковина, так скажу, на кухне. И сейчас нам нужно выгнать воду. Как видим, вода идет с воздухом, потому что на другом конце я уже подключил компрессор. И компрессор выдувает всю воду до остатка. То есть выдуваем воду до тех пор, пока из этого носика не пойдет вместо воды воздух. Ну, помимо этого, этой точки разбора у нас там еще за стенкой есть санузел. Тоже с него сейчас выгоним воду. Пока мы выгоняем холодную воду, потому что компрессор подключили только к ней. А потом подключим его горячий и тоже выгоним горячую воду. Сейчас идем в санузел. Так, вот у нас санузел. И также выгоняем холодную воду с раковины, выгоняем холодную воду с душа. Ох ты! Получилось не очень удобно, но это даже лучше. И вот так вот аккуратненько поставим душ сюда. Вот как-нибудь таким вот образом, да? Вот так даже чуть-чуть прижмем его ободком унитаза и постепенно вот так вот выдуем воду в унитаз. Также не забываем, конечно же, избавиться и воды в бачке от унитаза. И воду вот отсюда тоже желательно убрать. Потому что если она замерзнет, как было в этом году, унитаз просто раскололся, и нам пришлось в этот раз поставить новый унитаз. Поэтому подготовить унитаз к зиме тоже нужно. Воду отсюда убрать тоже надо. Так, все, в общем, пока я с этим закончил. Еще раз здесь проверяем. Как видим, уже идет просто воздух такой мокрый. Так, ну и унитаз, соответственно, тоже надо слить. Ой, как вот. Отсюда прям вот воздух идет. Пусть пока сольется. А потом закрываем, в общем, вот этот кран. Оп. Кранчик закрыли, все, воздух теперь сюда не поступает. Все. В общем, от холодной воды мы здесь избавились. Там еще система полива, там тоже надо будет воздух согнать. И потом переходим к горячей воде. Поехали дальше.
Ну что ж, друзья, вот таким вот образом мы подготовились к зимнему сезону, избавились от точки разбора воды от лишней влаги, и тем самым весной нас уже не ожидают никакие непредвиденные расходы, неприятные ситуации. То есть весной мы просто запускаем воду в систему водоснабжения и пользуемся все лето благами цивилизации, канализацией и водой. Поэтому таким способом подготовки к зиме ни в коем случае пренебрегать не стоит. Всем хорошей зимы и увидимся вновь на этом объекте уже весной. Всем спасибо за внимание и до новых встреч на новых видео. Пока-пока!